Всем привет, приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео хочу показать, рассказать сам на эмоциях то, что совершилась первая продажа на Бонанзе. Наконец-то. Как наконец-то, я так слишком-то не усердствовал, потому что изучал эту площадку сам, все, информации мало об этом, как, что здесь продавать, кому, чего, как все это действует, вот. Как говорится, теперь можно сделать небольшие выводы, какая комиссия, как что, кому продалось, что, вот это мне было непонятно. Сейчас я более-менее знаю, и все это расписано, как это видно, когда продажа совершилась. Ну вот, письмо счастья, можно сказать, от Бонанзе. Ваш товар продан, вот тут. Не буду показывать там дальше, там, как, название, точно название, а дизайн товара. Продал я футболку обычную с Printful, которых у них самая дешевая, она там Gildan. Вот. Ну что можно перевести. Вот, там сделал вашу пейсу. Поздравляю, вы сделали распродажу в своем магазине. Там вот эта марка прогружен. Не надо пока отмечать, Printful сам все это сделает. Потому что вы отметите, как погружен, то есть отправлено. А у вас в трек номера ничего нету. Ну, в общем, не надо это ничего делать. Это Printful сам все сделает. Вот вы продали. Я сам вот сегодня удивился. Наконец-то продажа совершилась. Думал, мертвая площадка. Оказалось, все нормально. Так что можно дальше двигаться в этом направлении. Свою площадку добавлять. Товары. Дизайны. В общем, ладно. Вот второе письмо. То есть, когда продажа происходит, у вас как бы какой-то бейдж, они там делают, активируется, разблокировали значок, она поздравляю, вы заработали новый значок, посмотрите, как вы идете, только что раз... ну, то есть первая продажа, они за продажу, я так понял, дают токены, всего у меня токенов, вот они, сколько, получается 5075. Там есть такая штука, если заходишь каждый день в этот кабинет, где токены, там по 10 токенов каждый день дают. В общем, вот почему у меня так много токенов, это вот как реферальная программа, кто-то зарегистрировался по моей реферальной ссылке, за это дали 5000 токенов. Так. Вот мы перешли в кабинет, где все бейджи, вот эти с письма электронного, где мои бейджи копятся. Вот мое количество, то есть вот 10 токенов, то что заходил, 25 токенов за продажу сегодняшнюю, 5000 токенов за рефералы, вот когда это все было. В общем, я пока не разобрался, не заходил каждый день, не копил токены, а эти токены нужны, сейчас покажу для чего. Вот молодец, вы заработали 5000 токенов, то что пригласили, короче, вот тут какие. Что я могу с этими токенами делать, да? Смотрите, если какая-то комиссия, вот допустим, у меня сегодня комиссия получилась от Бонанзе, то, что я продал, ну, как и на eBay везде, и своя комиссия у них, да? Я могу 500 токенов использовать как бы 1 доллар. Не платить, короче, доллар, просто 500 токенов своих использовать. Вот они всякие. Но это сейчас видео не об этом. Вот они все бейджики, которые копишь, там сначала открываешь магазин, там, сюда там оформление, и вот какие можешь плюшки от токенов себе делать, вот, футболку чуть ли не заказать там, вот такие всякие плюшки всякие, ну, почитать можно. Давайте переведем быстренько. Вот, скидка на сборы там, шире, то есть можно один месяц бесплатного членства. Тут, в общем, мне вот где-то тут понравилось подарочный пакет, сообщение в блоге вашего магазина, короче, могут рекламировать ваш магазинчик. Ладно, сейчас видео не об этом. В общем, тут можно самим покопаться. Сейчас вот что я хочу показать, как все это произошло. Вот видите, у меня высветилась одна продажа, все реально. Вот может дашборд, я буду переходить уже. Но не так, по ссылкам, у меня уже открытые ссылки, чтобы не показать, какой дизайн я продал, не хочу показывать. Вот, моя продажа.
наша сегодняшняя. Вот видите, Color Black, размер M, футболка. Вот, а цена у меня футболки этой 14,49. На Принфуле она сколько стоит? Там 8, что ли, с чем-то. И вот доставка ихняя, и вот таксы, сборы, бананзы. В общем, вот это она берет. Но это, я так понял, я еще не разобрался. 87 центов это с покупателя, видать, взяли. Потому что в комиссии ее нет. В общем, вот покупатель полностью вот эту цену заплатил, получается. Доставка 4 плюс товар 4,49 получается. 18,49. Да, это он заплатил, получается, все правильно. 80 центов это покупатель заплатил. Вот его данные, типа тут PayPal оплачено. Вот, и тут еще будет в письме предложено вам, продажа придет, я просто на радостях быстро отзыв ему оставил, покупателю, так как, видите, вот, так как он мне тоже потом, наверное, оставит, когда я отправлю товар, получит, оставит положительный отзыв, все это ему хорошо, и мне приятно будет, в общем, нормально. Так, тут все пишется, все это, все Printful прописывает, все это, доставка, что, кого, номер, туда-сюда. Так, что дальше? Вот. Комиссия здесь вот такая, только с меня. Не такси, а вот это, 1,88. Откуда взялась она такая? Комиссия, объясняю. Это вот, есть как адвестан, то есть реклама, да? Вот мы сейчас перейдем вот сюда. Вот. Вот, я был, ну, когда открыл магазин, только вот на этой базе можно было комиссию поменьше делать. Вот почему 1,88 взялось, вот она. 13 таксов, ну, максимальный тут налог. То есть, тут больше посетителей видят ваш товар, я так понял. Пришел покупатель этот, по вот аналитике посмотрел, с Google шопинга, получается, магазина. Вот он, с это, откуда там. Вот где все мои товары рекламируются, типа. А если хотите, чтобы еще больше народу видели ваш товар, вот можно вообще и 30, и 19, я думаю, может потом и на 19, в принципе, тоже нормально. Сейчас все доходы, короче, покажем. Так, вот он. Вот он, этот доход. Вот он, 12,97. Короче, предложи свободную ставку комиссии. Вот они взяли за это. Короче, вот так. Вот о чем я и говорил. Вот предлагаю, это сейчас на русский переведу. Вот. Используйте 500 токенов, чтобы получить скидку в размере $1 на этот счет. То есть это я им должен, ну, по анализе, вот эту сумму. Вот 1,88. Я могу расплатиться 500 токенами, буду должен 88 центов. И вот так получится. Ну, неплохой такой бонус. Я потом все это сделаю. Ну-ка, нажать ради интереса, что это будет, получается. О, что они написали? Все, 500 выкатил. Все. Все, вот. Баланс. Все, они доллар как бы забрали за 500 токенов. У меня теперь стало, вот они, 4500. Все, я им положил 8. В принципе, прикольно. Ладно. Так, дальше. Что я хотел? Оставаться в системе. Оставаться в системе. Вот. У меня PayPal был пустой счет. Пока я там все вывел. Вот. Платеж поступил. 17.33. Да? Это то, что покупатель заплатил 19.35, а на PayPal пришло вот это. Но это то, что вот показываю. Комиссия. Вот налог, это бананзовский. И вот комиссию PayPal взял 1.15, да? Комиссия партнера. Вот. В итоге вот у меня на кошельке. Получается, вот, что по, как сказать, по прибыли, да? Вот, 88 я еще должен это бананзе. Но отнять 88 получится, ну, 4 там,
50 моих доллара остается. Но если даже тот доллар бы за токены я не обменял, ну 2 доллара будет, 3 там, я 3,50 моих купил. Но я считаю, это адекватная прибыль, нормально. Можно, конечно, и завысить футболки, но я делал все это для развилки, цену самую минимальную, можно сказать, ставил, чтобы проверить, как это все работает, комиссии, и главное было платеж совершить, ну, чтобы какая-нибудь транзакция была по анализу, узнать, как это все происходит, какие цены, как что, и отзыв получить. Я надеюсь, покупатель мне потом отзыв оставит, если забудет, я ему напишу. Ну, более сейчас надо развивать магазин, там дальше будет видно. В принципе, нормально, ну, 3,5, что там, 200 рублей, что, нормально, это развивать надо дальше, стремиться, если бы хотя бы 5 таких продаж делать в день, было бы неплохо. Ладно, что с этим, я вот, наверное, потом, может, цену на футболку повышу, она у меня сколько сейчас, 14,49 стоит, да, можно спокойно, там, 15,99 сделаю, может, и тогда я перейду вот на этот тариф супер, тогда больше он будет рекламироваться, больше показывать будет в интернете мои товары, в общем, больше шансов продай. Можно, конечно, кто вообще экономит, но я думаю, это вообще органический трафик на Бананзе, долго сидеть для продажи, здесь тоже как бы уже получше, но все равно, ну ладно, я сейчас буду не жалеть, буду лучше по доллару зарабатывать, зато развивать продажи, транзакции, на отзывы поставлю на это, мне кажется, получше будет, а потом уже постепенно назад делать. Главное развить сейчас свой магазин, отзывы, все транзакции провести, узнать, как это, чем вообще дышит эта платформа, маркетплейс, как на нем вообще комиссии все. Ладно, вот, в принципе, я доволен, вот то, что я должен Бананзе. Вот, я еще не обновлял страницу. Было 1.88, я заплатил. Сейчас обновим. И будет, должно быть 0.88, да. Вот он. Все. А потом до доллара, может, комиссия доберется. Еще токенами расплачусь. В принципе, прикольно. Вот у них прикольно вот это сделано. Токены. Такого я не видел на одном маркетплейсе. То, что можно токенами расплачиваться всякими. Так. Все, вот мои продажи. Вот мои токены. Ну, вот, что я хотел сегодня показать. Пишите комментарии. Я как бы не учитель, я сам учусь только. Может, кто что подскажет, обсуждайте, задавайте вопросы. Может, я что подскажу. Интересно услышать ваше мнение. Что вы об этом думаете, как дальше продвигаться, что дальше, что, куда путь держать. Давайте тоже шевелитесь, подсказывайте. Я не гуру, мне просто интересна вот эта тема, я единомышленников, можно сказать, ищу. Может, кто что скажет, как продавать лучше, что делать лучше. Ладно, ребят, спасибо за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь, оценивайте видео. Всего доброго.